Здорово, это обзоры от mob.org и я Трэш. В сегодняшнем выпуске вы увидите: ностальгические гонки, зрелищный тир, проклятую гору, гоночный конструктор и божественную стратегию. Поехали! Наверное, немногим из наших зрителей знакомы 16-битные шедевры вроде Outrun или Top Gear. А вот те, кому за 20, сейчас расплываются в теплых лучах ностальгии. Rise and Chase — это настоящий шедевр среди гонок на Android, получивший самые высокие оценки среди критиков всего мира. С первых секунд игра притягивает своей геймплейной и графической простотой. Как выразились сами разработчики, Rise and Chase является любовным письмом к 90-м. Здесь нет покупных болидов и прокачки, нет платного тюнинга и прочего доната, есть только трасса и твое авто, мчащееся в беззаботное детство. Все, что ты можешь здесь заработать, зависит только от твоего умения приходить первым в честном заезде. Тебя ждет классический геймплей с потрясающе проработанным визуальным стилем и музыкальным сопровождением, которые просто-таки олицетворяют дух современности и старой школы одновременно. Killshot Bravo — это довольно качественный тир, в котором ты выступаешь в роли бойца сил особого назначения. В каждой миссии тебя ждут перестрелки в слоу-моу, рукопашные бои и миссии в воздухе. Помимо вертолетов, ты сможешь захватывать и другие транспортные средства, чтобы переломить ход сражения. Выслеживай и нейтрализуй летающих дронов, солдат в экзокостюмах, механоидов, пулеметчиков, вражеские гранатометы, стрелков, пехотинцев и подрывников. Открывай бонусы, секретные задания, покупай и прокачивай. Качивай оружие. Тебя ждет более 200 миссий, которые ты сможешь проходить вместе с друзьями. А при желании можно проверить свои навыки в PvP-сражениях с реальными игроками. Странная, мрачная и, кажется, живая игра стремительно росла с каждым годом, ожесточая сердца сказочного городка, пока не закрыло солнце вовсе, превратив жителей в обезумевших монстров. Тебе выпадает роль молодого героя, бросившего вызов таинственной горе в игре Monster Mountain. В отличие от игр подобного жанра, бойцы начинают атаковать по истечении временной шкалы, а тебя потребуется тапать по конкретному врагу и выполнять свайповые комбо. В Monster Mountain интересный сюжет, великолепные иллюстрации и огромное разнообразие уникальных персонажей, из которых ты сможешь составить свою команду и поучаствовать в PvP-сражениях. Out of Breaks — это веселые воксельные аркадные гонки, состоящие из кубиков. Здесь каждый водитель и транспортное средство имеют свои особенности. Ведь от количества кубиков зависит скорость, маневренность и физическое поведение конструктора. По пути будет необходимо собирать награды, красочно сбивать препятствия и увиливать от преград, попутно ставя новые рекорды. Да, это несерьезно, но иногда хочется весело скоротать минутку-другую, пока сидишь на горшке. Ну и последняя игра, на которую вам стоит обратить внимание, это красочная рисованная стратегия под названием DoodleGod 3.0. Как несложно догадаться, в этой игре тебе выпадает роль самого бога, так что в твои задачи входит творить. Комбинируя различные стихии, ты будешь создавать новые элементы, чтобы строить свою цивилизацию. Но помни, что каждый твой поступок может привести к войне или нашествию зомби. В игре множество квестов, заданий, головоломок и более 300 комбинаций элементов. А еще тебя ждут сотни забавных и мудрых цитат великих мыслителей. В общем, почувствуй себя настоящим богом. А на сегодня это все. Ставь лайк, подписывайся на канал и качай игры с нашего сайта бесплатно. А вот по этим ссылкам можешь наверстать упущенное. Это был обзор от mob.org и я Трэш. Увидимся в топе!